Все эти годы здесь было тихо. После того, как мы с мужем потеряли дочь, мы молились, чтобы снова увидеть ее. И она ответила нам. А потом попросила разрешения вселиться в куклу. Но мы быстро поняли, что это не наша малышка. И заперли ее. Мы думали, помощь девочкам будет искуплением. Это наш новый дом. О, большой, как замок. Но мы лишь дали ей то, чего она хотела. Тебе помочь? Я справлюсь. Сестра, вы говорите, что даже если мы не можем видеть Бога, мы все равно чувствуем Его присутствие. В этом доме я чувствую присутствие чего-то другого, чего-то дьявольского. Оно пришло за мной, потому что я самая слабая. Ты поможешь мне? Что тебе нужно? Ты в порядке? Конечно. Джанис нашла куклу. Какую куклу? Ту в белом платье. К ней нельзя приближаться. Она ходит. Простите меня, сестра, ибо я согрешила. О, Боже, это неправда, это сон. Это кукла. Она мучает Джанис. Я избавлюсь от нее. Как сильно я люблю тебя.